задержали нас 3 сентября, то есть задержали всех, кто находился тогда в квартире, потому что мы снимали ее пятером, задержали абсолютно всех. И инкриминировали в этот же день сразу акцию против российского посольства. Через месяц Коле инкриминировали организацию шествия около генштаба, вот, против российско-белорусских учений. Щодо анархіста була інкримінована атака на амбасаду Російської Федерації. Це цілком абсолютна провокація, провокація кон'юнктурна, і потрібно було хутко знайти винуватих. Ми ведаємо, що у нас є антитерористичні різні органи, але фактично тероризму нема. Ми зараз створюємо певне законодавство під экстремизм, але экстремистов у нас изнову же нема. И тому держава вельми, по-моему, хоча, как из некого робить это, что называется, некое подобенство вот это почвары экстремистской, террористской, якой она и надалей будет пужать громадство и прикрываться тем, что именно она улада, она держава, обороняя громадскую парадок стабильность, і не дає ось гэтым пачварам прийсці тут да ўлады альбо распусціць рукі. Ясно, што тыя хлапцы, якія зараз апынуліся за кратамі, яны маюць свае ўласныя цвёрдыя перакананні. Нікола Дзядка я ведаю досыць даўно. Гэта чалавек перакананы, гэта чалавек актыўны, гэта чалавек, які ведае, што і дзеля чаго ён робіць, напрыклад. Свабода, равенство, братство! Свабода, равенство, братство! Свабода, равенство, братство! Мы уже готовились в СИЗО расписаться, но потом решили сделать так, чтобы это было после приговора суда, потому что в СИЗО обычно не дают длительного свидания. Вот, свидание отменили, ну и вот сейчас посадили, получается, его на 6 месяцев в помещение камерного типа, где запрещены вообще любые встречи, кроме писем, скажем так, никакой больше связи у нас не будет на протяжении 6 месяцев. Ну, анархисты последовательно змагаются супраць милитаризации громадства. Акция «Ежа замест бомб», коли кто ведает, это акции по проведению таких доброчинного кормления бомжов. Это мусить быть таким первым кроком для створения этой громадянской солидарности, солидарности помежу людьми. Надо человеку всегда помогать. Какой он не был бы, плохой или хороший, но если вы помогли, вам Бог отблагодарит за это. Если вы занимаетесь этими добрыми делами, значит, уже вас Бог благословил. Он за вами наблюдает, листает вашу книгу жизни и записывает ваши хорошие поступки. Так что вы, даже если вы чуть-чуть где-то согрешите, он скажет, ну, ты же сделал только добрых дел, я прощаю тебе свои дела. Дайте, пожалуйста, пояснение, что здесь происходит. Акция какая-то или что? Что нет, это административное правонарушение. Нет. Вот это я хочу, я даю квалификацию, уважаемый. Но мы имеем право не давать никаких объяснений. Проводите разбирательство административное правонарушение. Нет. Для начала, пожалуйста, приведите ваши документы. Хорошо, что есть добрые люди. Баська забыл нас.
пишет. Почитал я Шаламова, Варлама, да, который писал про лагеря вот, советские, и что якобы вот его жена ждала его 17 лет, и через 17 лет встречала его на перроне, когда он вышел.